Самое жуткое место в Японии. Здесь умирало много людей. Его лучше избегать. Что это такое? Колыбель страха. Проклятие Аокигахары. Мы должны что-то сделать, иначе мы умрем! Мы все здесь умрем! Проклятый ящик манит в дьявольский лес. Они зовут меня. Уходить поздно. Это уже не просто легенда. Выхода нет. Если хотите сбежать, разгадайте тайну. Лес самоубийц. Что такое лес самоубийц? Она обречена. Не трогай ящик, обернись, ты умрешь. Не входи!